Уважаемые саратовцы и гости нашей области, если вы стали очевидцем грубого нарушения водителями правил дорожного движения, располагаете видеозаписью правонарушений со стороны водителей, вы можете проинформировать об этом госавтоинспекцию. Соответствующее обращение с видеоподтверждением данного нарушения следует направить на официальный сайт госавтоинспекции по адресу www.gibdd.ru, выбрав регион «Саратовская область». В обращении должна содержаться информация о времени, месте, дате совершения правонарушения. Четко виден государственный регистрационный номер транспортного средства, а также по возможности лицо водителя, нарушившего ПДД, что позволит привлечь его к ответственности. Помните, ваша принципиальность и нетерпимость к нарушителям помогут сделать наши дороги безопаснее.